Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Prime X для автомобилей Suzuki. Артикул данной камеры CA1327. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Внутри у нас имеется вот такая вот камера. Устанавливается она в плафон подсветки номерного знака заднего с сохранением этой подсветки. Вот сама камера из пластика сделана, герметично заклеена, пыль влагозащищенная. Класс защиты IP68. Подключается она на питание 12 вольт с помощью кабеля, который идет в комплекте. Также на нем есть видеовыход RCA или по-другому называется тюльпан. Под видеовыход в комплекте есть удлинитель длиной 5 метров. Два самореза для установки камеры, фиксации вернее, и инструкция, гарантийный талон также есть в комплекте. Камеру мы сейчас подключим к монитору, посмотрим, какое качество изображения она будет выводить. Так, камеру мы подключили на питание, видим изображение с данной камеры. Изображение четкое, все детали абсолютно хорошо читаются, даже самые мелкие. Разрешение камеры составляет 728 на 582 пикселя. Сенсор установлен CCD от компании Sony. Угол обзора заявленный 170 градусов, видим широкий угол, достаточно. Вот. Также есть парковочная разметка для удобства парковки в трудных местах. И в темное время суток камера также будет хорошо выводить изображение, ей будет достаточно света от фонаря заднего хода. Вот. При покупке на камеру распространяется гарантия, гарантия составляет 2 года. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.